Всем привет, с вами Виктор, это Ring of Pain, и в тот раз мы прошли игру, но тут есть возвышение. Во-первых, есть повышение уровня сложности, это мы сейчас будем играть на повышенном, на среднем уровне сложности, а то было обычное, ну ладно, окей. И будет выбор первого предмета, изначального, и начинаем пока что. Мы можем с заморозкой пойти. Венец отшельника. Атака вызывает заморозку. Блин, да, хочу. Блин, они меня почему-то побивают. То есть мне придется впитывать одну тычку и как это? Это не те предметы, которые нужны. Блин, заморозкой можно что-нибудь придумать, чтобы вот чисто через нее весь путь сыграть. Точилось проклятием. Я даже не знаю, что сделать, чтобы через нее весь путь сыграть, конечно. Так, скорость повысим себе, раз так, пока что. О, скорость плюс 4 и драгоценность. Минус 1 к здоровью. Ну да, лучше ее взять. Теперь мы 100% первые пока что атакуем всех мобов. Гениально. Всех замораживать, это очень профит. Находочка для тебя. Чем он предложит? Открывает все карты. Нет, убираем. Нам нужно что-то на скорость. Ого. Он меня этот... Так, переключимся на него, на бомбу на секунду. Эту бомбу убиваем сразу же. Что тут есть? Каждая шестая атака замораживает цей. Но у нас есть венец. Нам нужно что-то еще другое. Окаменение. Нет, мне нужно что-то еще на сколость, что даст сколость, а не вот это вот все. Вот это все, что у меня сейчас, это бесполезно. Скорость нейтрализует взрывы. Нет, это не то. Следующая атака временно плюс 2, половина урона существу сзади. Оба предмета пропускаю. Этого спокойно убиваем. Найти плюс 1 сделаю. И пойдем в комнату с засадой. В принципе, мы можем засаду победить, потому что у нас имбовый предмет, да. Заморозка прям вообще идеально все. Только единственное, нам нужно как-то скорость сделать. Я пока что не понимаю как. За это обойти блокаторов. Но это уже третий предмет будет. А, и свеча плюс. Нам, мы можем взять еще один предмет. Этот предмет будет 100% на скорость, так что... Не этот, 100%. Так, это все легко убивается. Это легко убивается. Это тоже. А, зачем я... Он смылся. Я бежал к нему, он смылся. Ну, блин, какое... Какая чепуха, конечно. Так. Подхилимся немного. Этого спокойно убиваем. Этого тоже. Блин, через молотку, конечно, прикольно играть. Только мне надо, чтобы я всегда первый атаковал. Нет, сундук этот открывать не будем. Нам нужно какой-то легендарный предмет. Можно взять топор, потому что он скорость дает. Но я лучше хилочку возьму и пройдемся на этом. Так, четвертый. Бомбу взрываем. Бомбу взрываем. Тут найти добавляем, да. О, я чуть не... Не этот... Не помогал снова его. Так, скорости.
Превращает сейв в игрушку. Но это как предмет, так что нет. И свиток не как предмет. Вот неизвестно, что как предмет считается, а что нет. Но первые этажи прям идеально проходятся, конечно. Так, нам лучше с истории идти. Ну пошли, что я здесь делаю? У тебя есть имя? Я чувствую беспомощность. Подумай о Мое, о горных вершинах, и разум забудет о горе причины. Понятно? В принципе, все хорошо. Так, к этого мы опережаем, да? Да. Хорошо. Этого мы сможем заморозить? Да, сможем. Все, хорошо, значит ничего такого нет. Пока что все легко вроде бы. Морозная свежесть, 200 врагов надо заморозить. Было. Но это легко. 200 ударов, скорее всего, по заморозке просто. Нифига себе. Так, что тут? Осторожный маневр. Ну и все, мы идем на осторожный маневр просто. Осторожный маневр, по идее, бомбы, да? Так, сначала атакуйте вы. За этого замораживает, замораживаю. Тут все легко, в принципе. Бомбы мы обходим легко. Ай-яй-яй-яй, теперь надо дойти до вот этого чувака. Я даже не заметил то, что он бежит к выходу. А где выход-то? О, да, оказался возле меня, прям в моих руках. Ну и все, тебе влечет только смерть. Так, скорости еще к себе добавим. Еще к скорости добавим. Еще к скорости плюс 4 добавим. Да? Нет, да. По сути, урон нам не нужен. У нас и так урона мало. Все, хорошо, урон нам не нужен. Мы еще и выбрали скорость. Так, смотрим, что за предмет может бояться. Обездвиживает С, это все не то, что нам нужно. Нам главное не испортить билд. Главное ничего не испортить. И будет все хорошо. Не знаю, по правде, как мы так пройдем игру. Мне кажется, не пройдем, потому что последнего босса замораживать нельзя. Так, его. Сначала атакуйте вы, хорошо. Этого бьем, хорошо. Все пока их ко прям вообще. Ой, проблема вот с этими будет, потому что они будут кидаться, а у меня ни хп, ничего нет. У меня есть только скорость. Так, сундук открывать мы не будем. А, я по шипам ударю. А как, мы теперь его не пойдем, да? Потому что я его заморозил в шипах. Помещает зелье в свиток, я до ничего. Понятно, применение. Ну, мы просто так потеряли, сколько тут? 4 души, не так страшно, в принципе. Ну, идем в неизвестность тогда. Исполнение желаний. Колодец желаний. Выберите предмет, чтобы загадать желание. Вы получите его базовые характеристики. Ой, я получу плюс 4 скорости. Плюс 4 скорости, минус 1. Хорошо. А кто знал то, что выпадет колодец желаний? Ну, случайно. Блин, если бы я знал то, что колодец желаний выпадет, тогда можно было бы что-то... Урон равный половине урона атаки существа сзади. Ого. Рапира прям... Рапира прикольная. Да, хочу лапилу. У нас заморозка же идет и все. Так, этого сразу заморожу.
Этого тоже моложе. Половинец, что сзади, и как это работает? Пиявку я могу? Да, я обгоняю пока всех. Пока что я всех обгоняю. Блин, с пиявкой, конечно, сложно. Что тут? 75, 40. Ай, меня убил это существо. Зачем? Я просто резкие движения делаю. А можно сейчас еще раз? Ну, блин, это так идеально было. Назад. Давайте новую. А, сменить изначально. А можно его постоянно, да, брать? Давайте еще раз попробуем на едином билде. Я вроде не знаю, сколько я буду пробовать. Мне очень нравится их замораживать, конечно. Мне очень нравится так начинать. Нет, этот предмет, ничто из этого не подходит. 10 к скорости. А, ну это опять же вместо этого. Вместо венца. Нет, предмет убираю и все. Так, здесь смотрю, что даст. Это не нужно нам. Скорость предмета равна 10 минус количество использованных. Скорость предмета равна 10. И минус 1 получается. Плюс 7 скорости даст. Для нас это идеальный вариант. Прям в начале для нас это идеальный вариант. А потом будем думать. Потом будем думать, как с этим жить. Так, мы идем в терпение. И что это? Терпение, да. Так, здесь мы уже всех обгоняем из-за двух рейки наших. И всех как убиваем. Ой, да я даже и вас убью, вы что думаете? Вероятность. Так, новые предметы не будем. Отравление игрока 10 при использовании. Ого. Так, это убьем. Это убьем, все понятно. Ой, это надолго. Как же накликать на нем? Еще и критически выпадает по одному. Я даже не знаю, а сколько с них дают? Много? Самое смешное то, что это какая-то имба, по правде. Ну ладно, самое интересное то, что мы это терпение пройдем полностью. И все еще ритмы соберем. И это на первых просто в этих руках. На первых этажах. Блин, как же долго. Тут вообще от скорости моих криков не зависит. Если даже я буду быстрее крикать, но ничего не меняется. Там есть тайминг атаки. Так, скорость. Ибо найти. Найти возьмем. Так, его убиваем. Бомбу убиваем. Скорость, ибо защита, скорость. Скорость это то, что нам выигрывает забег. По факту. Отпор. Еще к скорости и отбрасывает цель назад. Нет, это не то, что мы хотим. Блин, а сколько дает? 24, надо его убивать тоже. Придется его убивать. Только потому, что до него дают слишком много наития. Ой, не наития. Слишком много душ. Только поэтому мне придется его убить. А так, в принципе, разницы-то и нет. Я просто не знаю, а как мы будем сильных монстров убивать, которые не замораживаются? Это вот единственный минус пока этого билда. Но мне нужно что, шпагу какую-нибудь? Что-то типа вроде нее и все. В принципе, все. Но мне как раз-таки два предмета еще. А, нет, один предмет еще остался.
Потому что свеча, как я понимаю, используется как предмет считается. Ух, добили. Так, у нас полный хп, и идем дальше просто. Находочка для тебя. Что он даст? Рожку даст. У нас негативные показатели будут. Так. А чё рожка загорается? Ой, маска загорается. Все. Фух, я думаю, что загорается. Это из-за того, что типа я поражу предмет, и моя скорость убавится. Так, двигаться к выходу. Да черт, да я тебя поймаю. Ну, мне стоило попустить тыкву, вот, потому что с него слишком много падает. На эти бьем. Этого убиваем. Этого тоже, этого тоже. На эти еще раз бьем. Крысу убиваем. Вот что это такое? Что это за новое существо такое? Здоровье при выходе из подземелья плюс один. Не, банка останется, я помню, то что они остаются как предметы. Поэтому нет смысла брать их. Так, еще один пустой. Поиски души при убийстве. Минус 2 балана. Балан нам, в принципе, и так не нужна. Что тут еще есть? Массовый урон. Минус 2, нет. Все это не то, что мы хотим. Ну, я в этот передышку. Что я здесь делаю? Что случилось? Что это за место? Что я здесь делаю? Цель моя помочь тебе здесь. Мне известны дороги, которых мне не счесть. Один вопрос. Тысяча атакует первый? Атакует сначала. Сколько существовал выше? Ой, не получилось. А сколько у него скорость? 17. Попадите, я хочу вот убить сыча. Мне немного не хватает скорости, но... В принципе, по идее, мы его можем убить. Ой, я чуть не завался на бомбе. Не заметив ее. Не, ну мы если так будем всех накрикать, будет смешно, конечно. Что на эти дает... Больше душ, увеличивает получаемые ресурсы и вероятность критического получаемого ресурса. Так, немного атаку себе повысим все-таки. Сундук. 10 скорости, но это понятно заменяет этот. Мы это уже видели. Мы это уже проводили. Заморозка 4 ближайших карт получения удара. Случайному существу при получении удара. Понятно, не то, что нужно. Этого убиваем, этого тоже легко убиваем. То же самое. То же самое. Засада. Засады мы легко справимся. Пока что ничего страшного в засадах нет. Хорошо, засада прошли. Капюшон-то понятно, минус вероятность штаны, не будем смотреть все, пропустили предмет. Ага, посетитель. Ботинки и обездвиживание нам зелье нужно брать. Вот и все. Так, этого врага убиваем. Фух, мы успели его догнать, как обычно. Он нам нужен, потому что он дает статы. Статы нам... очень нужны. Так, найти. Да как так? Почему я всегда выбиваю фигню? Ну, два раза не может не повезти, хотел сказать я. А как? У меня найти просто куча. У меня 8 найти. У меня в тот раз при 7 иногда получалось. Все хорошо, а тут фигня какая-то.
Он хоть похилился нормально. И крестики. И крестки. Исполнение желаний. Блин. А, оно даст 7 скорости, да? Давайте исполнение желаний зайдем. И по идее... Выбейте предмет. Да, оно дало свою скорость. А я могу свечу отдать? Нет, свечу не могу отдать. Так, а на чайный предмет мы так и не узнали. Считается как, ну, то есть предмет. Так, он заморозится, да? Я же первый такой, сначала атакуете вы. Все хорошо. А у нас есть тот, кто убегает? Вроде бы не вижу. Его, по идее, сразу показывают. Так, тут обычный шмот. Духовный урон при использовании не более 5 предметов. Минус 2 скорости. Духовный урон. Нужен ли он нам вообще? Скорость существа при каждом ударе минус 3. Это хорошо. Но нам бесполезно. Потому что нам нужно сразу атаковать первыми. Так, предметы убираем. Так, этого мы легко убиваем, в принципе. Смотрим, что еще есть. Этого убиваем. С этим все ясно. Тут тоже понятно. Гендал, этот предмет мы не будем открывать, потому что я, наверное, на легендарный буду копить. Ага, эпический мы не будем. Все. Идем в следующую дверь. Шестой уже. Блин. Мало что-то прошли так. Если посмотреть. Этого убиваем. Так, а у этого скорость не больше, чем моя? 11. Нет, не больше. Повезло, конечно. Я думал, у него скорость больше, чем моя. Уже. А, вот, змеи, например, больше. У нее 16. Потрясение. Блин, мне надо что-то, значит, против змеи уже делать. Два потрясения. Что-то против змеи думать. 2 единицы случайного духовного урона. Урон существа при заморозке плюс 3. Блин, в камень очень хорошо, и вот это очень хорошо, и 2 единицы случайного урона существу после атаки. При заморозке плюс 3. Вот это, конечно, прям великолепно. Давайте ледяной кристалл. Сколько за нее дают? 6 душ. Нет, мы все, мы идем в потрясение и все. Этого убиваем спокойно. Этого тоже. Этих тоже. Мне не нравится то, что дистанционно меня побеждают, конечно. Так, перемешаем, ну-ка. Немножко не везет, как выпадает. Все. Этого можно легко теперь обойти. Этого тоже. А, ну уже надо к нему идти. Нет, перемешаем. Фух, он ко мне попал. Как же хорошо. Блин, 2 змеи. Придется атаковать одну. От яда хотя бы не умер. Это хуже радует. Заморозка цели каждые 4 атаки. Ну, у нас и так заморозка проходит, так что нет смысла. И боится другого случайного существа. Оба предмета не нужны. Оба в помойку летят.
Мне нужно скорость быстрее прибавить, а то так невозможно играть. Как я сейчас играю, надо еще скорости. Скорость за каждую пустую ячейку инвентаря плюс 1. Плюс 12 скорости. Еще. Минус 3 на ите будет. Зато маска. 25 скорости. Ему, может быть, ее съедим. Надо думать о хорошем. Надо думать о том, что мы сможем снова ее съесть. У нас пиявка. Фух, укранение. А укранение от скорости, да? 13% от скорости. Фига, прям сильно, конечно, 13% от скорости. Так, но скорость нам все равно еще повышать надо. Хотя, я эффект съем. Если у нас еще раз выпадет, я эффект съем, и это будет уже все. Уже сильнее не будет точно скорость. Так, нам нужно еще какие-нибудь предметы выбить. Например, меч. Так, это мы менять не будем уже. Это не очень. Это не очень. Создает постановую куклу. Передышка есть. И этот, перекрестки. Перекрестки лучше, чем передышка. Ай, блин, на передышке я мог убить этого. Ну ладно. Засада, ибо неизвестный путь. Неизвестный путь меня... Соратники. Так, что ты мне предложишь? Тебя ждет награда, но при одном условии. Утаи жажду крови, сохранив хладнокровие. Слабость ведь тоже проклятием бывает. О том, что ты вершишь, ты никто не узнает. У тебя 14 скорости, Сэм. У тебя 14 скорости, Сэм. Что ты от меня хочешь? Сэм, ты мне ничего не можешь сделать, Сэм. Я просто тебя превозмогаю. Я просто убиваю тебя легко и просто. Ой, как же это легко, конечно. А есть мобы, которые скорость что-то делают со скоростью, интересно? Вот это единственная проблема моя может быть. Так, лягушку оставляем. Сколько с них всех я потеряю? По одному. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, и тут собаки по три. Понятно. Ничего сильно не теряю. А можно ударить сейчас за вот такие? Он меня просто убить хочет. Просто посмотрите на него. Не хочу я такие подачки от него принимать. Так, он меня атакует? Вроде бы нет. Этого атакуем. Этого атакуем. Приближается еще ко мне. Кто там атакует? Фигня какая. Так. Дошли до нее. Так, с этим мы уже сталкивались. Он ничего такого нам не делает, так что ничего страшного. Так, скорость убавить. Зато силу поднять. Даже не знаю. На одну единичку скорость убавить. И найти. Да, давайте. Уже получше будет. Сначала атакуете вы. Блин, надо всегда проверять, кто сначала атакует. Перекрестки, озноб. Вызывает, ну, ой, озноб, мне кажется, мне лучше не идти. Потому что, мне кажется, там существо... Как я помню, там было существо, устойчивое к холоду. Ага, существо, устойчивое к холоду, это не наш путь. Мы выбираем перекрестки и просто не жалуемся. Фонтан жизни. Какой-то неизвестный путь. И еще неизвестный путь. Фонтан жизни.
Жизни, жизни, жизни. Нет, мы хотим какой-то оранжевый путь. Статический удар. Что нас ждет? Направляется к вам. Сколько у него скорость? Немного. Это он плохо направлялся к нам, конечно. Что я его даже успел ударить. Блин, ну вот таких мобов бить, это конечно. А почему мы всегда единичку наносим? Мы же можем мной наносить. Мы даже если у них защита... Ой, а что это? Устойчив к наносимому урону и эффектам, когда находится справа. Ого! Я впервые такой эффект вижу от существа. Прикольно. Мы наконец-то змею приезжаем. Полностью переносит отравление на цей. Укранение накладывает проклятие... Понятно. Но выбор... Точность к проклятиям, исцеление за каждую, понятно. Оба не нужны. Сначала атакуйте вы, понятно. Но он слева находится, да? Я его могу убить. А, типа у него там щит. И поэтому понятно все с ним. Так, змеюку мы ободать можем. И вот этого существа легко мы убьем. Существо. Как тебя зовут? Отшельник. Ну, а да, обычно, обычный рычок. Убил обычного рычка. Девятый уже. Мы с таким бердом до девятого дошли. Жуть какая. 12 скорость. Ух. Так, наитий. Атака. Наитий. Атака. Наитий. Так. Атака. На. Теперь минус один наитие. Плюс 4 к атаке. Наитие можно выбрать, и награды типа лучше будут. Но это не точно. Блин, некоторых мобов лучше с одного... Ну ладно, наитие. Стенку мы спокойно побеждаем. Этого тоже. Блин, единственное, стреляющий меня не радует, конечно. Расходуют все души. А я не смогу преодолеть стенку, да? Да, я не смог преодолеть стенку, но мы умеем телепортироваться, так что ничего страшного. А что он делает? Следующее действие — атака через два хода. Так, лучше полностью похилить. Пиявка какая-то. Мы ее, конечно, уже встречали, но она странная какая-то. Что тут опять? Плюс 4 скорости. Минус все по чуть-чуть. Да, меня кто-нибудь, да, переезжать по скорости скоро будет уже. Поэтому скорость важна. Ага, посетитель. Все предметы в одно, защита плюс 10 на ход после использования свитка. Боже, нет. Мне ни один из предметов не нужен. Защита повышается при заморозке. А как? Как мне его убить? Сначала атакуете вы. 20 скорости. Минус 1. Ничего не понял. Походу, кстати, бежать придется. Приедем к картам после использования заклинаний. Понятно. Что здесь? Что ты? Сначала атакуете вы. Это не проблема, это мы знаем. О, легендарный.
Подкармливаем. Гарантирует незаметность при обходе ядовитого существа. Каждый пятый ход превращает переднюю карту, улучшает характеристику зелья и свитку, другую случайную карту. Все говно. Отпор следующему существу при обходе. Вероятность отражения удара. Блин, статы у них, конечно, волшебные. 40, еще один. Рука фазовщика. Фазовщик телепортирует к ближайшему фазовщику. Фазовщик по земле плюс 3. Удар, уклонение, заморозка и обездвижение карты. Скорость убавит, но у нас все повысится, по сути. Какие-то фазовщики есть. Так, этого мы обходим. Этого мы тоже обходим. И атакуем его. Эпичная шмотка. А, это рука была. Странная фигня. А нам нельзя шмотку еще одну брать. Будет 4 с двойной свечой. Нам все, нам запрещено больше. Когда вы атакуете существо, погашает один... А! Один артефакт погашает. То есть, если я его сейчас атакую, и он поглотит венец ошейника. Ой, даже не буду пытаться. Даже вот... Кто бы то ни стало, я не буду с ним сражаться. Я, походу, вот сейчас вот сюда прыгну просто и все. И таз защищать я не буду. Все, идите, я отсюда пошел. Что это такое? Свет, что это? Свет. Свет не так уж хорош. Подумай об этом. У тени ты можешь найти все ответы. Давайте посмотрим. В этот раз мы за тенью, что идем. Помните об этом. Что это? Алло, что? Что? Почему ты меня атакуешь? А, фух. Потому что ты меня атакуешь. Кто? Фазовщик. Чтобы телепортироваться к любому фазовщику, мне надо для начала их видеть. Ну, то есть... Не очень понимаю, как это должно работать. Типа, если я сейчас пойду... Нет, я не смогу телепортировать. Не очень понимаю, как это работает. Давайте потестим. А. Хорошо. Непонятно, но хорошо. А зачем вы близко друг к другу стали? К этого хорошо мы побеждаем легко. Кладбище. Не, кладбище мне в тот раз вообще не понравилось. Я не знаю, что на нем делать. Легендалка есть. Колость плюс 4 еще. Блин, здоровье это вообще смерть, конечно. Но нам нужно скорость брать, потому что нужно. А мы не можем больше никакой предмет взять. Какой смысл в легендалках? По идее, мы не можем больше предмет брать. И я не могу никак это поверить, самое главное. Самое главное то, что да, я не могу никак это поверить. Он не показывает, сколько предметов. Не будет 4 предмета при использовании. Раз, как бы 2, 3. Он сам предметом считается, во-первых.
И вот это считается и тоже предметом на чайный. Убейте изначальный предмет. Просто пока мы не съедим, нет смысла в них. Ладно. Просто уходим. Могильный камень. Так, этого убиваем. Убиваем могильный камень. Сначала такой тебе. Ой, опять монстр, которого надо дофига разбить. 27. А я не вижу смысла вообще, кстати, вот в таких штуках, потому что я не могу покупать предметы. Я не могу менять предметы. В этом есть проблема некоторая. А в чем смысл фазовщиков? Я потестил, ладно, а в чем ваш смысл? А как вас убить? Вас можно убить. Знаю я об этом. Не, ну я просто не знаю, вот как это сработает-то. Ну ладно. Давайте просто идти дальше. Потому что не написано ничего. Мне это не нравится. Так. Наверное, вот эти штуки открывать не будем, так что дальше пойдем. Все-таки. 12-й уже. Ай-яй-яй, стоп. 19 скорости. Нам нельзя сделать так, чтобы у него казалось больше скорости. 20. Сколько у него скорости? А почему? Сначала атакуете вы. Ух, успел его. А-а-а, тихо. А как я задоджил-то? Чуть не умел. Я уклонился, походу. Как мне повезло, что есть уклонение. Так бы я уже в магии езжал. Оба. Оба. Хорошо, на тебе. Да, на тебе. Пилочку бьем. Тут замораживаем и убиваем просто. Дверь пока что не входим. Тут все легко. Так, этих добиваем. Я не понимаю, зачем они нужны. Они слишком близко друг к другу расположены, и какой смысл от них? Брать предмет. Все, идем дальше. Ага, посетитель. Самые высокие характеристики каждые 3 убийства. Ой, как же хочется вот это взять, конечно. Плюс 10 ход после. Ладно, мы берем хилочку. Мы не можем брать предметы уже. У нас 4 предмета стоит. Пройдет душ. Сначала атакуйте вы. Оп. Все. Сколько у него уже? 5. Сколько у тебя? 13. Кого-то съел еще. 13. Ты в другую сторону пошел. Негодяй. Сколько у тебя? 25. Ты меня еще не опережаешь. Все, тихо. Заморозь. Этого тоже хватит. Так, все. Я всех всю карту заморозил, можно и играть, в принципе. Ой, боже, как же много у меня демеджа.
просто на этот дэмэдж так превосходно смотрится. А зачем мне души? Зачем мне вообще души нужны? Так, к атаке можно плюс 2 сделать, либо к скорости плюс 2 сделать. К атаке плюс 2 сделаем. К скорости вот сейчас плюс 2 сделаем. И к наитию лучше. А какой смысл наитие добавлять, если у нас ничего не падает, можно сказать. Так, мне надо 2 предмета сожрать. Мне нужно, чтобы выпал еще раз эта фигня. Скорость надо добавлять. Всегда скорость добавляем. Так, понятно. Ты ж ё-моё. Сначала атакуйте вы. Это нормально. Все, этого тоже можно убить наконец. 24 часа кликаем. В странной игре. Но мы еще и пройти ее сможем так. Наверное. Там в прошлый раз у меня был моб, которого мы не смогли как бы... Мы не смогли бы убить вообще никак. О, наити. Потому что его нельзя заморозить. Также пока мы не съедим вот этот артефакт и вот этот артефакт, мы не сможем взять сундук. А съесть предмет уже не факт, что дадут, потому что мне и так сколько? Один раз выпил, да, ну да, один раз. Я не думаю то, что они повторяются. Ну, у нас уже 13 этаж, уже есть чем гордиться, в принципе. Как же долго. Главное случайно на что-нибудь не кликать. Как мы сделали это в прошлом бою. Ладно, походим дальше пока что. 14-й. Бездну вижу. Блин, 2 стрелка. Ага. Ой-ой-ой, там чувак, который хочет бежать к выходу. По какому выходу он бежит? К этому? Я просто так не представляю даже, к какому выходу он может бежать. Блин, он к этому выходу, походу, бежит. Ладно, с этим легко справляемся. С бездной тоже. Оп. И этого догнали. Фух, хорошо, статы получили свои. Скорость найти и удар. Даже не знаю. Скорость еще... А, нет, бонус на эти крит шанс. Скорость добавляет укранение. И возможность незаметности. А что на эти нам даст? Ничего на эти уже не даст. Вообще силу возьму сейчас и все. Буду мажить на один дэмэдж больше. Скорость возьму. Тут уже пофиг попадет, что брать. Единственное... О, исполнение желаний. А у меня здесь сундуки есть? Ой, даже яндарный есть. Все, я сейчас получу много. Мне бы только, чтобы еще где-то предметы были. Но вроде бы я вижу только один сундук. Это жалко, конечно, жалко. Нам нужно брать то, что с много статами будет. Прям много статов у него будет. Это значит, то, что мы сможем еще какие-то яйки взять. Просто гениально, конечно.
Так, это мы не будем брать. Хотя Баббалену можно уже в минус уводить, потому что смысла в ней нет. Но то, что мы сейчас два предмета сможем съесть, это просто прям три предмета съесть даже. Это прям хорошо, значит мы еще два предмета сможем взять. А брать мы будем уже только легендалки. Так, наитие возьмем. Еще плюс два наитие возьмем. Открываем золотой сундук, легендарный наш. Критические удары наносят x3 урона. Нет, это не то, что нам нужно. Это тоже не то, что нам нужно. Нам нужен предмет дофига с татами. Трансформация, нет, это все не то. Дополнительный выбор в живых сундуках. Это все тоже не то, еще ловим. Я не зря набирал наитие, плюс один. Трансформация существа за каждую трансформацию. Блин, а можно нормальное что-нибудь? Наносит урон существом. О, пика. Атака следующего существа при обходе. Я не знаю, чисто ее статы забрать попади. Давайте пику просто бьем. И... А есть смысл убить их, кстати? Ну, это... так, кстати. К слову, немножко подзаработать. Я не знаю, зачем мне души с них. Ну, пусть будут. Почему нет? Лишнее не будет лишним. Главное что-нибудь опять же не тыкнуть случайно. С твитыни жертв не зайти. Какую-нибудь. Так с них еще нормально душ дают. Самый прикол то, что... Если бы с них мало душ давало бы, я бы даже не пошел. Ну, то, что я сейчас смогу взять еще дополнительные легендалки, это просто волшебно. Все, колодец желаний. Исполнение желания. Выбейте предмет. Ближайшему... Сначала скорость, 100%. Потом... Пика. А потом уже и защик телепортирует. Не нужно мне это. Все. Три предмета с серии, как не бывало. А силы-то у нас прежние осталось. Так, он взрывается. Силы-то у нас осталось. Все критически урон раздаем теперь. Ой, птицы какие-то. Повезло, хоть он этот бомбы не ставит какие-нибудь. И ставит, непонятно. Так, легендалки мы, я думаю, в конце откроем. Что это такое? А, это тот фазовщик, который нам все путь преграждаяния. 21 скорость, кстати, у них. Зато мы теперь их бить можем. Ой, у меня хоть немножко дэмэджа появилось. А то так я и бить никого не мог, и ничего делать не мог. Силы сердца. Совет игушкам и на... А! Появляется игушка и наносит 25 урона всем соседним. Что тут еще есть? Дверь обычная. Вот этого забираем. Открываем сундук. Сокращает урон в 2 раза при взрыве. Нет. Нет. Критический урон наносит 3x. Двойной удар поражает двух передних карт при атаке. Поражение двух передних карт.
Блин, а если там шипы какие-нибудь будут? Я даже не знаю, стоит ли это того. Двух передних карт. Я, конечно, рискну. Но это какой-то... Какая-то чушь попадет. Я зря это делаю. И еще один сундук открываю. Случайно телепортирует атакую мои цели. Нет, это нам не нужно. Замолозка и обездвиживание цели. Нам тоже это не нужно. Так, все базовые характеристики плюс один за каждую пустую ячейку инвентаря. Оу. Просто мне вот это взять. Попалось, как оно мне в руку. Опора. Да, опору берем. И у нас 4 предмета ровно. Опять мы попали туда, где у нас 4 предмета. Поехала. Кто здесь? Стыч помогает мне. Опасайся друзей, они могут хитрить. Сперва помогут, а после готовы убить. Ну это, кстати, правда. Как бы. И заморозка до сих пор действует. А у меня статов просто куча. У меня просто куча статов. Так, видите, пока фазы не будем скрывать. Главное, случайно какой-нибудь... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не хочу его бить, по правде. Отнимет какой-нибудь... из трех предметов? Ему стоит отнять вот это, и все, я умер, типа. А сколько у него урона? У него 20 урона. Ну ладно, он меня не побьет, в принципе. Давай его напоследок оставим. А то как я буду бороться с ними... А, он соседнюю карту атакует все-таки. Так, что тут? Плюс 2 к атаке, плюс 2 скорости. Плюс 2 к атаке. Думаю. Побыстрее их убивать. За один удар, пожалуй. Оп. Что взял? А, он ничего не сможет взять. Я испугался в тот раз его бить, но он ничего не сможет взять. Так это хорошо. Я думал, он взять что-нибудь сможет. К этому проходили уже. Это мы уже проходили. Тут сейчас выбор предстоит перед нами. И выбор за нами. Теперь потуши это пламя навечно, и тени позволь править бесконечно. Отличная подготовка. А чё, за что отличная подготовка, ачивка? Ну ладно. За то, что у меня статов, и в итоге твой выбор ссора. В чем же причина такого раздора? Чтоб так предать, нужно быть под яйцом. Узри же мое истинное яйцо. Ты мне больше нравился таким, какой ты был. Сколько у тебя скорости? Ой, да друг, ты мне не ровня. Так. А как переднюю цель атаковать? Я не очень понимаю, как это происходит. Скорость. Чё? Сначала атакуете вы. Атакует существ поблизости. 2010. Атакует существ поблизости. Не понял, что он сделал. Но мне нельзя, чтобы... Мне нельзя его атаковать.
Почему-то не замораживается. Лон атакует поблизости. Почему я урон получаю? Почему он не замораживается? Он может заморозиться вообще? Стыч. Ты вообще заморозиться можешь? Да я от тебя убегать буду бесконечно. Не-не-не, я лучше невидимкой буду. И тут тоже. Тут тоже. Пожалуй, так. Невидимкой побуду. Немножко. Такую цель напротив. Все, между нами бои ел. Стыч, не трогай меня. Так, 13 урона я ему нанесу. Да почему Сыч меня бьет? Призываю существ. Призываю существ. Я не понимаю, как тебя убить, Сыч. Сначала атакуете вы, ваша скорость выше. Сыч, босс, наите. А-а-а, все, понятно. Я ему проиграл. Ну как проиграл? Нет, не проиграл. Прикол здесь лежит в том, что... Я всех замораживаю. Но... Мне сейчас просто открыть егу, повысить всех хп... Ну и защиту. И все. И мне нормально будет. Мне прям вообще нормально будет. А вот и стена. Вот это пик. Оп. Укранение, Сыч, ты такого не ожидал, да? А я смог. Блин, ну и существенно спаунит, конечно. Да не беги ты ко мне. Я буду убегать от тебя вечно. Колость, атака. Колость. Опять стенка эта. Идущий насмерть. Я умер от сыча. Там какой-то... Ну вот на него просто... Заморозка не работала и все. В этом проблема. А так, в принципе, мы хорошо подрались. И всем, кто смотрел, спасибо за просмотр. И всем пока.